Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас такой небольшой заказ. Так, попросили сделать два мангала для казана и принесли вот такую трубу. Труба, значит, у нас диаметром 500 миллиметров, толщина стенки 10 миллиметров, высота трубы, значит, сколько было? 80 сантиметров. У трубы уже есть две отверстия. Вот, как видите, спереди и сзади вот такие отверстия. Нам придется отрезать трубу ровно посередине от высоты на две части. И у нас почти появится два мангала. Придется чуточку отработать. Поработаем. И поставим две ручки с двух сторон и сзади откроем отверстие для дымохода. Сделаем дымоход, и у нас мангал почти будет готов. Поступаем к работе. Так, теперь нам придется ровно отрезать нашу трубу посередине. Для этого мы будем сейчас пользоваться тем, что есть под руками. У нас под руками нашлось вот такой ковер. Как мы им будем пользоваться, сейчас вы все увидите. Так. Сделал ровную полосу, чтобы ровно отрезать. Таким образом пришлось выкатить отметку. Так, ребят. Так, в течение 5 минут бесперерывно пришлось мне отрезать. Так, ставил вот такой новый отрезной круг. Первый раз пользуюсь. Можно сказать, неплохо показал себя. Правда, чуть-чуть жестко пришлось отрезать. Круг такой твердый. Ну ничего, своей задачей справился. Так. То, что осталось, вот видите, маленький отрезной круг остался у нас. Будем пользоваться в маленьком болгарке. Так что чуточку не хватило, но вот сейчас он новый. И разделю на две части. Так, вот результат. Оцените сами, насколько у нас ровно получилось или нет. Вот. Другая сторона, а то, что это мы сделали, как мы отрезали. И также вторая, а второй более-менее. Вот так как-то. Thank you.
Так, вот, друзья, у нас мангалы уже готовы. Вот такие у нас получились мангалы.